Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Сегодня мы начинаем серию программ о том, что знакомо очень и очень многим людям о фитнес-центрах. И начнем, пожалуй, с темы самой первой и самой, на мой взгляд, важной. Это зачем же все-таки люди приходят в эти фитнес-центры. И первое, что просится само по себе, это чтобы они приходят туда, чтобы похудеть, чтобы сбросить лишний вес. Поэтому сегодня у нас в гостях замечательная девушка Анастасия Дудина, тренер фитнес-центра «Качалка», а также массажист. Здравствуй, Настя. Добрый день, Вера. Да, и Настя нам сегодня поведает, я так полагаю, именно о том, зачем же и как люди приходят к мысли о том, что нужно сбросить вес, лишний вес, и как это можно сделать. Да, итак, давай сначала разберемся в том, что же такое лишний вес. Чтобы разобраться, что такое лишний вес, у нас есть несколько методов: субъективные, объективные. Ну, то есть мы не берем сейчас во внимание то, когда ты уже в зеркало не помещаешься. Тут все понятно. Хотя, в общем-то... Лучше до этого не доводить. Лучше до этого не доводить. И вообще, если говорить уже об ощущении, да, можно себе нравиться и такой. Но сегодня программа не об этом, поэтому... Даже нужно, наверное, добавлю, себе нравится и такой. Обязательно. Себя всякой. Ну, если вдруг хочется. Да, парочку, но если вдруг появилось свободное время, да, на себя любимую. В общем, у нас есть несколько методов, как нам определить, что у нас все-таки лишний избыточный вес. И самый простой — это индекс массы тела. То есть это на любом медицинском осмотре практически первое, что делают, это замеряют индекс массы тела. Вы можете сделать это самостоятельно, это абсолютно несложно. Для этого вы должны будете знать два своих показателя, это вес и рост. Угу. Как мы замеряем? Мы делим вес на рост в квадрате. И уже исходя из получившейся цифры, тут мы смотрим, какой получился результат. Исходя из этого, там порог ниже 20, это считается недостаточная масса тела. От 20 до 25 это такая норма, очень усредненная. И уже все, что выше, там... Небольшой привес, это небольшая избыточная масса тела, и выше 40 это уже ожирение считается. Так, еще раз формулу. Еще раз формула. Вес делим на рост в квадрате. Угу. То есть вы, например, вес ваш 62 килограмма, а ростом вы 1,68 м. То есть вы 62 делите на 1,68 в квадрате. Угу, угу. Вот, и уже полученная цифра. Ну, то есть, на самом деле, это все сейчас никакой не секрет, это все можно посмотреть в Гугле. Ну, ты открываешь, знакомая схема. Да, открываешь, вводишь ИМТ, индекс массы тела, и в первые же там две ссылки, три, они дают самую достоверную информацию. Ну, довольно-таки усредненные, да? Это очень усредненное, о чем, да, я и хочу сейчас сказать, оговориться сразу. Потому что индекс массы тела, он... Для разных людей по-разному работает. То есть, если у нас есть два человека, Маша и Света. Света занимается спортом, Света спортсменка. Рост у них одинаковый, 1,68 м, опять же, мой любимый. Света спортсменка, Маша нет. Маша работает в офисе, мало уделяет времени физической активности. У Светы много мышц. Мышцы mm-hmm. тяжелая ткань, функциональная, они много весят. У Маши мышц мало. То есть, их тела разные по составу. И, соответственно, по плотности, да, и, соответственно, ИМТ у Светы, у нас, которая спортсменка, у нее будет больше. Но это не значит, что она больше. То есть у нее не ожирение. У нее просто тяжелая мышечная масса. Полезная такая. Полезная, да, масса. Поэтому индекс массы тела — это очень субъективная такая величина. Поэтому если у вас вдруг получилось 30, может быть, вы просто тяжелый атлет. Если нет, тогда повод задуматься. Ну и более достоверное, как мы можем все-таки себя замерить. Есть также несколько методов. Есть замеры по обхватам. Есть замер калипером. Калипер — это такая штука, похожая на сложную прищепку с числовой графой. Там мы будем замерять непосредственно жировую складку. Не пугайтесь слова «жировая складка». Но можно, если быть более политкорректной, можно сказать подкожно-жировую клетчатку. Uh-huh. То есть берем вот эту складочку, ее вот так вот раз, защипнули этим самым калипером, и уже полученные данные мы вносим либо в специальную таблицу, которая также вот в Гугле они есть, и там уже по формуле рассчитываем. Тут также у нас процентовка подкожно-жировой клетчатки
выясняется. Очень легко и просто. То есть это все, если вам прямо нужно достоверно знать, сколько у вас процентов, вы открываете Google, вводите процент подкожно-жировой клетчатки, подкожного жира, и вам вот буквально там есть готовые формулы, есть калькуляторы, то есть это все сейчас очень доступно. А самый простой метод, но опять же нам придется использовать все-таки интернет, есть картинки уже составленные, то есть там женщина с 10% подкожного жира, 20%, 25%, 30% и так далее. Зеркало и сравни. Да. Вот возьми эту картинку, зеркало, и все очень достоверно, наглядно. И если ты не выступающий спортсмен, тебе незачем знать, сколько у тебя там процентов, вот прямо досконально. Поэтому вот как-то так мы определяем, есть ли у нас лишний вес и стоит ли с этим работать. Да, вот, наверное, все-таки определить, стоит ли с этим работать, каждый человек должен сам для себя. Обязательно. Кого-то все устраивает, кому-то что-то хочется другого, так пожалуйста, все в руках ваших. Как раз вот об этом, что все в наших руках, мы сейчас с тобой и поговорим. Да, что есть стандартные такие вот доступные всем, доступные в интернете примеры, как можно похудеть. Это, ну, давай начнем тогда с диет. Диеты, голодания, все вот эти вот самые, на мой взгляд, неприятные, ограничивающие свободу личности вещи. Расскажи об этом, что это такое, как это влияет, хорошо это, плохо, какие есть варианты. Да, сразу хочу сказать, что они неприятные и ограничивающие на первых порах. То есть вообще... Вот все так говорят. Ну, потому что это правда. Потому что нужно продержаться 21 да, день. Сложнее всего... Ну, 21 это даже, наверное, маловато. Если быть честной, сейчас все забыли про это. 21 день, да, дальше легче. Если... Я потеряла мысль. То есть сложно, да, на первых порах. То есть когда ты уже продолжающий спортсмен, когда ты давно этим занимаешься, это для тебя образ жизни, и это, во-первых, тебе это не составляет уже такого труда, чтобы этого придерживаться. Не нужно об этом дополнительно думать, тратить на это дополнительную энергию, во-первых. А во-вторых, тело уже приспособлено, оно уже как бы проще, даже если ты где-то переел, оно уже проще это отдаст, потому что больше мышц, мышцы, ткань функциональная, как мы уже сказали, то есть она сама по себе много калорий сжигает. То есть если ты, Маша, 60 килограмм и без света 60 килограмм, но с мышцами, то света будет сбрасывать и, в принципе, тратить калорий в день больше. То есть вот ее основной обмен, он выше. Света, которая спортсменка. Да. У спортсменов выше основной обмен. То есть они, в принципе, могут себе позволить скушать чуть больше, потому что им нужно больше энергии на поддержание мышечной ткани. Ой, это вообще моя любимая тема по поводу того, что... мышечная ткань, она очень функциональна. И вот тренироваться стоит хотя бы для этого. Потому что, в принципе, ваш расход дневной он будет выше. И если вы где-то поднабрали, также мышцы, они же у нас, ну, не только мышцы, а, в принципе, спорт, он развивает кровеносную сеть, капиллярную. Да. То есть она становится более обширной. И уже жир также будет сжигаться. То есть, вот, например, целлюлиты и вот все эти отложения, мы к ним вернемся позже. Они же... Это застой, грубо говоря. А если у нас везде капиллярная сеть... Где разогрев идет постоянно. Да, если у нас постоянно везде циркулирует кровь, есть снабжение кислорода, то, в принципе, и таких вот проблем не будет. Не будет такого заболевания, как целлюлит. Да, спорт полезная штука. Очень. Так, вернемся к диетам. Вернемся к диетам, да, все верно. Меня нужно контролировать. Итак, диеты и физическая активность. Давайте рассмотрим, я вот на сценарии просто таком довольно частом хочу рассказать, чтобы кто-то себя узнал, кто-то, может, узнал свою соседку, Машу, нашу любимую. Итак, обычно какой-то бывает сценарий, например, весна. Например, вы понимаете, что скоро надо надеть юбку, шорты. Да, срочно нужно на пляж. Да, срочно нужно на пляж. Неактуальная немножко тема в нашем случае, но тем не менее. Барф не сезон еще впереди, так что все впереди. Ну, хорошо. Так вот, а вы понимаете, что у вас еще конь не валялся, и значит мы резко снижаем калорийность, переходим на огурцы, зачастую со сметаной. Сметана, да, на секундочку, это жир, но это, об этом чуть позже. Переходим на огурцы, значит, и переходим на активные тренировки. Настолько активные, что там кардио день через день, по часу на дорожке, плюс групповые. Ну, есть такие на самом деле у меня... Фанаты. Да, фанаты. Не у меня фанаты, у меня тоже фанаты есть, но мы сегодня не них. Другой программе. Так вот, когда, да, когда нужно резко привести себя в форму, быстро мы начинаем, не занимаясь год, там, поначалу мы еще приходим, нас слегка выносит с тренировки, потому что... Да. Да. В чем тут дело?
И при этом мы, значит, наше самочувствие ухудшается, вес не уменьшается. Энергии нет. Энергии нет. И да, внешнего вида тоже нет. Почему так происходит? Мы загоняем свой организм в стресс таким способом. То есть нам не хватает энергии, на самом деле, на погашение даже каких-то базовых своих потребностей. То есть тяжело, в принципе, передвигаться становится. Ну, тоже об этом можно чуть позже сказать. До отпуска можно дожить? До отпуска можно. Нет, дожить можно, но непонятно в каком состоянии. В чем тут причина? Стресс в нашем организме, за стресс отвечает такой гормон, как кортизол. Неплохо, если он бывает вот таким скачком. То есть бей-беги вот эта реакция. А когда он становится хроническим, когда вы уже там, месяц в такой ситуации находитесь, плюс еще стрессы на работе, никто же их не отменял, то есть вы же не в вакууме живете. И вот этот кортизол, он у нас хронически повышен. И он приводит к отекам. Просто-напросто у нас начинает задерживаться вода в организме, то есть вы в абсолюте жир сжигаете, потому что если вы все-таки тратите больше калорий, чем потребляете, то вы не можете не жир сжигать. Но вы не видите результатов из-за отеков просто элементарно. Поэтому нам нужно в этом случае более адекватно подойти к этому вопросу. Либо мы немножко увеличиваем калорийность, чтобы, в принципе, понизить уровень кортизола. Либо мы уменьшаем активность. А такая излишняя активность, она может быть и не нужна, потому что вы уже можете сжечь мышцы на тренировке. Но это тоже такой более глубокий уже вопрос. Не сегодня, наверное, мы будем об этом говорить. И также еще кортизол, он блокирует лептин. А лептин — это у нас гормон, который отвечает за чувство насыщения. То есть вы, ну, не можете наесться. Хочется кушать постоянно. Уже много знакомо. Да, поэтому вот сейчас такая модная штука называется читмил. Это когда ты раз в неделю, вот у тебя всю неделю низкоуглеводная диета, и ты раз в неделю позволяешь себе прям поесть. Слушайте, я так прям живу. Отлично, но это один прием пищи должен быть. То есть вот один прием пищи, там кто-то говорит о цифре до 4000 калорий. То есть вот один прием пищи. Но, по-моему, это уже очень даже, какая бы у вас ни была низкоуглеводная диета. То есть просто хорошо поесть надо. И в чем суть? То есть читмил вообще. В том, что у вас будет, во-первых, вы немножко разгрузитесь эмоционально, морально, потому что строгие ограничения не очень давят. То есть углеводы, они способствуют понижению уровня гормона стресса? Ну, не совсем так, но если прям сильно упростить, то можно как бы, да, прийти к такому уравнению, да. То есть мы сейчас пока сильно в подробности не вдаемся. Вот, и, соответственно, у вас будет небольшой довес на утро после вашего читмила, но потом должно слить и еще и в минус. С лихвой. Да, еще и с лихвой. Как раз за счет того, что уйдет лишняя вода. Есть прямо рефиты, то есть это целый день, когда вы позволяете себе повышенную калорийность. Ну, это больше уже такой подход для спортсменов. То есть я, когда веду людей, я этот подход не очень люблю, потому что сложно его проконтролировать. Лучше мягко, постепенно идти, ровно поддерживая калорийность нормальную, которая будет комфортна. А не снижать сначала прямо все до минимума, чтобы потом наесться в один день. То есть это такой больше путь уже, ну, спортсмена выступающего, я бы сказала. А мы говорим сейчас больше про людей. Любителей. Да, нормальных. Вот. Это что касается таких экстремальных методов похудения. А вообще, как нам войти в мягкое снижение веса? Тоже есть у нас несколько методов. Здесь мы можем следовать интуитивному питанию, а можем подойти к вопросу более досконально, более скрупулезно, да, расчетливо, вести дневник питания. Это делать никто не любит, как правило. Девочек своих заставляю, кто подопечных. Они очень сопротивляются. Я говорю, ну, давайте хотя бы недельку. Недельку, и все, я отстану, честно. Неделю они, значит, у меня бездут, брыкаются, мучаются. Ну, это нужно просто для того, чтобы адекватно оценить вообще, сколько человек потребляет. Потому что есть определенные исследования. Люди неосознанно завышают свою физическую активность и понижают свою калорийность, которую они употребляют. Это не потому, что мы такие, вот, соврать бы друг другу, а просто, ну, так происходит, неосознанно, где-то на подсознательном уровне. Именно поэтому дневник я советую всем повести. Потому что, ну, если у вас лишний вес, то интуитивно вы уже напитались, судя по всему. Да, да, помню. Но все-таки мы про этот способ поговорим. Мы с него начнем. Интуитивное питание.
Что для этого нам нужно понимать? Нам нужно понимать, что вообще еда, в принципе, она не делится на плохую и хорошую, она делится на нутриенты. Белки, жиры, углеводы. Составляющие, которые важно знать и комбинировать правильно. Да. От углеводов мы можем выделить еще клетчатку. То есть это, ну если грубо сказать, это такой очень длинный углевод, который не переваривается, который... Очень такой полезный, долгоиграющий. Вот так, долгоиграющий, да. И даже в неизмененном виде некоторые выводятся из организма. То есть он такой, как щеточка. Да. Для кишечника, для организма и всего. Так вот. И сейчас более конкретно мы поговорим о нутриентах. Да? Начнем мы с белка, потому что белок это вообще... Строительный организм. Да, строительный материал. И даже на самом деле... На одной из дисциплин, я учусь в меди, на одной из дисциплин у нас было такое определение, что жизнь — это существование белковых тел. Белковых. Поэтому белок — это основа на любой диете на самом деле. Если будет количество белка недостаточным, то у вас посыпятся мышцы, кожа, волосы. В общем, все. Да, потому что тело у нас белковое. Еще раз повторюсь. Так вот, белок. Что же мы туда можем отнести? Это все животные продукты. Не все, извиняюсь. Мясо. Мясо, например. Курочка. Ну, курица, да. Птица — это вообще вся птица, в принципе. Туда можно и гусей, и уток каких-нибудь отнести. Индейка — замечательное мясо. Все кролики, баранина, телятина. Свинина не очень предпочтительна, потому что она просто жирная. Ну, или если выбирать свинину, то это может быть какая-то корейка, вырезка, чтобы поменьше было вот этих вот прожилок. Понятное дело, что сало – это не белок. Я где-то читала, что полезного белка в свинине, в такой обезжиренной, даже больше, чем в говядине. Правильно? Надо смотреть на самом деле. То есть так вот на память мало кто может сказать, сколько там грамм белка в свинине, в говядине. Ну, возможно, не буду спорить, честно говоря. Возможно, да, в корейке даже больше, чем в говядине. То есть мы приходим в магазин, мы видим свиную корейку, такую прям чистенькую, без прожилочек, и мы видим кусок говядины, то предпочтительнее что выбрать? Свинину или говядину? А это уже... Дело вкуса. Это дело вкуса, да. Но это опять мы возвращаемся к тому, что вы спортсмен соревнующийся, вам важно знать до грамма, где там жира больше на 1 грамм, свинине или говядине. Если нет, то просто дело вкуса на самом деле. А если вы... действительно спортсмен, вам важно до грамма все знать, то я бы вообще взяла куриную грудку. В таком случае. Конечно, беспроигрышный вариант. Настя, что касается растительного белка, например, вот сейчас очень популярны соевые продукты, сыр тофу, соевое молоко. Как к ним относиться? Я отношусь к ним очень хорошо, но хочется сказать, что там неполный аминокислотный состав. И вот вегетарианцы, например, переходя на эту диету без животного белка, они себя лишают аминокислот. А аминокислоты — это, ну, в общем-то, составляющие белка. Не весь аминокислотный состав есть в соевом белке. Именно поэтому нужно, если вы переходите на такую диету, ну, я ничего против не имею, это дело каждого, просто следите за употреблением незаменимых аминокислот. Это те аминокислоты, которые у нас не синтезируются. То есть определенный набор аминокислот, который у нас в организме будет воспроизводиться и так, а есть незаменимые, которые просто... Откуда их брать в таком случае? Вы можете спортивное питание употреблять, БЦА, те же самые. Компенсация. Да, да. Вообще вегетарианцы еще очень любят говорить про В12 витамин, что его обязательно нужно пить. Но я думаю, что там, если вдаваться в эту тему, то там на самом деле много чего нужно употреблять еще дополнительно. Я, честно говоря, в ней не очень ориентируюсь в теме именно вегетарианства, что нужно употреблять дополнительно, в каком количестве. Поэтому туда мы сегодня тоже весь не будем. Вернемся к питанию. Да. Вернемся мы к белку, опять-таки, к нашему любимому. Да, про сою мы уже сказали. Кстати, из сои там есть еще и замечательный вот магазин здорового питания. У них там есть и какие-то котлетки соевые. Даже колбаса есть. Да. Похожа да. очень на докторскую, и по вкусу очень похожа. Есть соевый изолят. Я его очень люблю. Кто подписан на меня в Инстаграме, знает, что у меня там полстины в пирогах из соевого изолята. Из него можно готовить, на самом деле, выпечку. Я вместо муки в блины складываю соевый изолят. Получается очень здорово. Так вот, яйца. Куриные. Без желтка.
без желтка. Но тут тоже в фанатизм можно не впадать, если вы вмещаете свою калорийность, то, например, вы едите два яйца, одно с желтком, другое без желтка. Потому что в желтке тоже есть белок. Но его просто немного там, а жира больше. Поэтому желток — это все-таки, да, жир. Но экономически выгоднее съесть одно яйцо с желтком. Это, ну, это опять уже такие мелочи. И творог, конечно же. Творог тоже белковый продукт. Здесь надо только смотреть, усваивается ли у вас лактоза. И творог еще вызывает задержку воды. И вопрос еще в связи с творогом и кисломолочными и молочными продуктами. Угу. Жирность. Насколько она здесь значима? Потому что можно взять обезжиренный творожок, угу, можно взять не обезжиренный, там 9%. Ну, тут тоже на самом деле, особенно в интернет-сообществах, очень много споров о том, что жирность, то обезжиренная молочная продукция, она не усваивается, угу, нет пользы. Она еще и даже вредная. Да. Я придерживаюсь такого мнения, что творог должен быть средней калорийности, то есть от 1 там до 3. Он самый адекватный получается. И, честно, я не натыкалась прямо на исследования, которые бы говорили о том, что обезжиренный творог, вот он прямо враг номер 1. Нет, такого нет. В принципе, если вам нравится обезжиренный творог, если вы его употребляете, употребляйте. Но хорошо усваивается, да, и приносит, да, пользу организму. Почему? Можно и 9% есть на утро, почему нет? Утром все можно. Да. Почти. Утром, да, мы в течение дня как будто скатываемся по горке. То есть утром мы можем себе позволить покушать поплотнее. Но что касается конкретно творога, раз уж мы о нем заговорили, то творог, он вызывает отечность, задержку воды опять-таки. Поэтому вечером на ужин я его не рекомендую употреблять. С утра можете проснуться вот с мешками под глазами. Потому что в нем большое количество натрия, несмотря на его пресный вкус. А натрий, он задерживает воду. Ну, то есть натрий, хлор, у нас соль, mm-hmm, все знают. Mm-hmm. Поэтому и соль не нужно злоупотреблять. Вот, и творогом на ночь тоже не стоит. Вообще, в принципе, если молочку едите, нет никаких противопоказаний к творогу. Я творог не ем. Ну, это вот мой выбор. То есть можно вполне себе замещать белок и чем-то другим. А еще что хочется сказать, протеин, конкретный, да, да, изолят, как... сывороточный протеин, тоже есть, точнее, много я видела в интернете такого, что протеин — это химия, протеин — это не химия, протеин — это просто научное название белка. Да, 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 это просто концентрированный продукт, чистый. Зависит, конечно, от производителя. Все, нужно там смотреть. Некоторые вкуснители всякие там добавляют, ну, шоколадку, клубничку. Ничего же нет в этом страшного на самом деле в вкусовых добавках. То есть сейчас они у нас уже практически повсюду, везде. Понятно, что не стоит жить на одном протеине порошковом, потому что, ну, кишечник должен, во-первых, функционировать. То есть у него перистальтика должна работать. Если вы детским питанием вот этим, ну, так, в кавычках я говорю, питаетесь, то что там будет работать? Просто если вы чувствуете, что вы не доедаете белка, а вам нужно, почему нет? Как альтернатива. То есть во всем нужно все-таки быть адекватной. Закончим по белку. Переходим к жирам. Второй важный нутриент. Жиры бывают ненасыщенные, жирные кислоты, и насыщенные. Нас интересуют больше на диете ненасыщенные жирные кислоты. Это кислоты растительного происхождения. То есть это жидкие масла, орехи. Вот это все, что нам нужно для того, чтобы поддерживать, опять-таки, кожу в здоровом состоянии. Опять гормональный фон у нас должен где-то существовать. В оливках ведь еще, да, существует? Оливки, да, конечно. Я могу сейчас что-то упустить. Ну, вот то, что мы говорим о ненасыщенных, может быть, еще вспомню в процессе. Ну, в основном это вот жидкие масла и орехи. Орехи, семечки, да, оливки. И есть еще у нас насыщенные жирные кислоты. Это вот уже животного происхождения. То есть туда мы отнесем сыр. Туда мы отнесем сметану, отнесем туда все твердые животные масла, то есть это вот как раз сало, сливочное масло, кстати говоря. Вот сливочное масло, ну, тоже такой спорный продукт, потому что там вроде бы и витамины, витамин Е, да, тоже кожа, волосы, а с другой стороны холестерин. Холестерин вырабатывается у нас в организме, и нужен ли он употреблять, нужно ли его извне еще дополнительно, то тоже большой вопрос. Ну, все хорошо в меру. Все хорошо в меру, да, я тоже так считаю. На курсах нутрициологии, на которых вот я училась, нам говорили, что зачем вам холестерин извне. Другая точка зрения, там, читая другую литературу, говорится опять о том, что витамины, а как же вы без них? Ну, то есть это такое очень опять субъективное, и на самом деле важна мера.
Про сыр что еще хочется сказать, возвращаясь к жирам. Он бывает разный. Сыр бывает, да, во-первых, разный, в зависимости от сорта. Там по количеству белка и жира бывает либо одинаково, но жир в основном все равно превалирует. Поэтому мы все-таки сыр отнесем больше к жирам в этой категории, чем к белку. Но есть и слабожирные сыры, тоже да, очень вкусные. Да. Ну вот адыгейский в нем бывает чуть меньше жира. Бывают еще мягкие сыры. Но все равно, если у нас интуитивное питание, то нам лучше отнести сыр все-таки к жирам. И углеводы. Углевод — это самый последний нутриент, наверное, по значимости. То есть это то, чем мы можем жертвовать на диете. Углеводы тоже бывают простые и сложные. Простые углеводы – это всякие булочки, конфетки, сладости. То есть вот это вот все беленькое, рафинированное, все, что и делает... Да. Все, что делает нас... Счастливыми. Объемными. Ну и счастливыми, да, в том числе. И бывают сложные углеводы, которые нам нужны для того, чтобы мы функционировали, потому что углеводы – это наша энергия. И это здесь уже крупы, хлеб грубого помола, это какие-то хлебцы. Это овощи. Овощи, да, овощи. Ну, овощи я бы больше отнесла даже к клетчатке, потому что там такие много... Такие, как тыква, например, морковь. Да, ну, кстати, вот что можно сказать и о тыкве, и о моркови, они меняют свою калорийность. В зависимости от степени приготовленности. Да, приготовления. У моркови, например, очень повышается гликемический индекс, и она становится прямо вообще простым углеводом. То есть вареная морковка в супчике, вот как бабушка любила сделать, вот это вот вообще атата на диете. Картошечка. Картошечка вообще, да, у нас крахмальный очень овощ, поэтому картошку желательно вообще не употреблять. Даже есть такой анекдот, говорит, как это я не на диете, я ем одни овощи. Говорит, Вася, жареная картошка – это не овощ. Вот, поэтому картошка жареная – это не овощ в нашей системе ценностей. Вареная морковка – это не овощ, свекла, морковь вареная тоже нет. Поэтому овощи, конечно, все сырые, желательно зеленые, водянистые, ну, то есть вот... Огурцы, помидоры, какая-то зелень, особенно летом, сейчас очень актуально. Сейчас все собирают урожай, пожалуйста, да, прямо с грядки берите и ешьте. Вот, коль уж начали говорить про с грядки, фрукты, это же все-таки сладкое. Фрукты, да, но тут тоже такой спорный вопрос. Вот если у вас прямо жесткая диета, и вам нужно прямо конкретно много убрать, то тогда, да, фрукты это относится к группе десерты. То есть потому что там фруктоза, а фруктоза это, по сути, она воспринимается организмом так же, как сахар. Да, да. И чем слаще фрукт, тем, соответственно, ее больше. Поэтому там предпочтение, если вы все-таки едите, отдавайте кислым каким-то яблочкам зеленым. Вот. А если у вас нормальный, в принципе, вес, и вы поддерживаете его, то ничего страшного, если вы будете позволять себе фрукты. Это в любом случае лучше, чем булка сдобная, потому что... Батончик, да, в любом случае, потому что это и клетчатка, и вода все равно в фрукте присутствует. Вот, поэтому, если выбирать между булочкой и виноградом, возьмите лучше виноград. Но если вам нужно снижать вес прямо интенсивно, то лучше возьмите огурец. Лучше взять огурец. У нас осталось 2 минуты. Давай мы сейчас с тобой завершим пока на этом этапе тему про интуитивное питание. У нас с тобой еще будет про подсчеты, да, но это уже будет потом. Давай сейчас рекомендации для тех, кто сейчас уже готов или уже ходит в спортзал, и кто занимается сейчас своим телом, своим весом. Рекомендации по питанию до-после тренировок. Важный момент. О, это очень, да, это очень важный момент на самом деле. Что успеем? Что успеем? Во-первых, не приходите в зал голодными. Это важно. Потому что должен быть... уровень сахара в крови на достаточном уровне, чтобы вы не упали в обморок. Ну, не надо доставлять дискомфорт ни себе, ни сотрудникам зала. Если вы упадете в обморок, нам придется искать конфетку, чтобы вас быстренько поднять на ноги. А вот некоторые берут с собой еще сок фруктовый. Ну, это можно, но это уже, опять, зависит от целей. То есть, если вам нужно подпитываться в течение тренировки, есть и другие, в общем-то, способы. Но фруктовый сок, наверное, все-таки не совсем целесообразный. Лучше поешьте примерно за 1-1.5 часа до тренировки. Если вы хотите поесть поплотнее, то 2 часа, чтобы вас ничего не отягощало, но, тем не менее, вы были на нормально сыты. На энергетический уровень у вас был, не на высоте, но на уровне. Уровень на уровне. Да. И после тренировки, то есть вот вы тренировались, вы чувствуете, что уже можно бы и покушать, то есть гликоген у нас упал в крови, и что мы делаем? После тренировки вы можете, в принципе, сразу же выпить протеиновый коктейль, если вы
кушать спортивное питание. Если вы его не... Сразу же. Можно сразу же. Кто-то говорит о том, что давайте-ка подождем мы с вами час-полтора, да, потому что у нас продолжаются жиросжигающие процессы. На самом деле там не такой процент жиросжигающих процессов, это раз. А во-вторых, но дело даже не в этом. Во-вторых, то, что вы съедите сейчас, у вас же усвоилось, оно всосалось не сразу, оно усвоится чуть позднее. И... Как раз эти полчаса и часа прям. Да, и на этом... Ну, в общем, это не те цифры, из-за которых вот нужно ждать. Мне всегда это напоминает поход к зубному в детстве, вот когда еще не было этих лазерных ламп, и не ешь ты после этого 2 часа, и вот ты ходишь, а есть хочется все сильнее и сильнее, просто потому что нельзя. Поэтому ничего подобного, можно кушать сразу. Если... Вы, например, не используете спортивное питание, ну, спокойно доедьте до офиса. Тоже не надо сходить с ума и забивать сразу, есть такое понятие, как углеводное окно. Забивать свое сразу углеводное окно, законопачивать плотненько пачкой печенья. Доехали спокойно до офиса или до дома, в зависимости от времени суток, и там уже подкрепитесь. Лучше все равно, чтобы это был белковый прием пищи. Можно белково-углеводный, в зависимости от ваших целей. Если вы снижаете массу тела, то углеводы мы, соответственно, урезаем. Если вы наращиваете мышечную массу, то углеводы вам нужны, опять-таки. Белок я уже рассказала, что мы можем скушать. Вот, в общем-то, любой продукт из этого списка. И углевод, если вы набираете. Если это вечер, и вы снижаете массу, то понятно, что мы уже не едим вечером пачку вафель. И, ну, и даже хлебцы там или каша уже нежелательно. Потому что у меня есть знакомые, которые худеют на гречке. То есть они круглые сутки едят гречку. Ну, вот это не совсем правильно, просто даже с точки зрения нутриентов. Мы уже сказали, из чего строится тело. Углеводы — это энергия, а белок — это строительный материал для мышц. Если вы тренируетесь и едите только углеводы, то как бы откуда, из чего строятся должны мышцы? Вопрос. Вот, поэтому тренируясь и, ну, вообще занимаясь любым делом, первое, что нужно себе подпитать задать, себе. Какой вопрос? Не, я даже уже не об этом хочу сказать. А первый вопрос, который нужно себе задать, это зачем я это делаю? То есть, что мне это дает? И поэтому, когда вы пошли в зал, после этого съели пачку печенья, зачем я это делаю? То есть, я как бы сбросил и тут съел еще больше. Да. Поэтому всегда нужно... ставить себе цель и идти к ней. Ну, это да. Стратегически. Да. Итак, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Наверное, точно закончим. Успели поговорить, лишь малую талику взяли по поводу питания. Угу. Правильное питание. Очень объемная тема. Очень объемная тема, да. Итак, в гостях у нас была Настя Дудина, тренер фитнес-центра «Качалка», массажист. Да, Настя, мы еще тебя ждем, потому что тем по фитнес-центру... Ну, очень здорово, мне очень понравилось. Поэтому заходи, будем рады тебя послушать, тем более очень много ты знаешь и много сможешь сказать. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. По теме питания сегодня пока все, будем продолжать. Спасибо, да, до новых встреч. До новых встреч.